В ходе рабочей поездки акима области в Этикибийский район пяти семьям были вручены сертификаты на получение скота в рамках проекта «Аула Манате». Главы местных крестьянских хозяйств передали в общей сложности 520 голов мелкого рогатого скота и 15 лошадей. Ерлы Тукжанов поручил усилить реализацию проекта. Аул Аманаты – отличная возможность для повышения благосостояния населения. Необходимо максимально использовать проект. Сельчане должны увидеть его эффективность. Отрадно, что крупные хозяйства оказывают содействие в реализации Аул Аманаты, выделяя товарные кредиты. Благодарю всех, кто поддерживает проект. Через несколько лет те, кого вы сегодня поддержали, встанут на ноги и смогут оказать помощь другим. То есть проект позволяет не только повысить доход сельчан, но и сплотить людей. Куда я только не обращался, чтобы получить кредит для развития животноводства, везде требуют залог, товарные кредиты, конкретная помощь для тех, кто хочет начать свое дело. В рамках проекта «Аул Аманаты» жителями Этикибийского района в СПК «Актобе» направлено 70 заявок на 250 миллионов 700 тысяч тенге. 52 из них получили одобрение. 17 семей приступили к реализации своих проектов. 25 хозяйств района ранее передали 25 семьям почти 360 голов крупного и мелкого рогатого скота, лошадей.